Нравится вам в таких автобусах ездить? Мы в автобус сели, едем далеко, песенку запели, сколько хорошо. Мы работаем до 10 часов, не могу уехать до эконома. И дальше до юбилейного вообще никто не уехал. Нету. С кондиционером мы не знаем, что такое кондиционер. Форточка в конце, а здесь там в пекле находится. Душногубка. По дороге мчимся и в окно глядим, очень-очень громко, как будто гудим. Один раз так медленно автобус ехал, на каждой остановке прям долго стоял. Я говорю, мы когда же приедем-то, я говорю, уже едем долго уже. А он говорит, мне нравится выходить. Вот и остановка, нужно выходить. Дяденьке шоферу спасибо говорить. Мы обнаружили то, что люди пишут совершенно правду. У нас отсутствует на сегодняшний момент в рамках прописанных опционных процедур цифровые табло. На сегодняшний момент в тех автобусах, в которых мы ездили, отсутствует безналичный расчет, хотя с 1 июля он должен быть введен. Мы обнаружили с вами те вопросы, связанные с тем, что в автобусе некомфортно, в нем жарко, зачастую закрыты окна, не работают кондиционеры, а даже если где они работают, то, соответственно, их работа не приводит к тем приятным условиям для того, чтобы горожане ездили без проблем в этом общественном транспорте. Грязь, состояние соответствующих сидений, поэтому этим всем нужно заниматься. Организатором перевозчика является мэрия города Саратова. С 8 июля у них появляется законодательная основа для ежедневной проверки соответствующих транспортных средств. И здесь необходимо наладить четкое взаимодействие и требовать с тех организаций, которые осуществляют перевозки, те условия, которые они прописывали в аукционной документации, которые они должны предоставить гражданам. Мне нравится выходить. Дяденьке шоферу спасибо.